Всем привет! Вот велосипед моей супруги. Недавно, буквально дня 4 назад, перебрал я каретку, поменял подшипники, два подшипника. Вал не менял и поменял вот эти вот, как их правильно назвать, чашки, которые заворачиваются и поджимают подшипники с одной стороны и с другой стороны. Значит, с одной стороны она нормальная резьба, а с другой правая или левая, правая, да? Ну, в разную сторону. Так, если мы сюда крутим, да, резьба здесь нормальная, здесь тоже в другую сторону, только правая. Правая, левая. Ну ладно. Вот, буквально после одной поездки вот так шевелим за шатуны. Вот видите, относительно рамы, вот этой рамы, вал вместе с шатунами. Вот он ходит, ну, примерно миллиметров на, ну, если звездочки относительно кареточного узла, вот так, правильно. Звездочки относительно кареточного узла ходят. Вот. Решил я устранить это. Значит, нужно отпустить вот эту контрагайку. Сейчас я это сделаю. Обыкновенный ключ велосипедный. Еще от советского велосипеда. От набора инструментов советского велосипеда. Вот. Отворачиваю контрагайку. И теперь за вот этот вот шестигранник его... Этот шестигранник, диаметр, не диаметр. Так, вот этот шестигранник, он, смотрим на штангель, на 26 миллиметров. Сразу скажу, ключа у меня на 26 нет, у меня есть ключ на 27. Сейчас попробую открутить. Вот, ключ на 27. Оп! Вроде бы должен подойти, но мешает шатун. То есть вот этот шатун близко к этой гайке или к этому стакану, который поджимает подшипники. Мне есть два способа. Либо снимать шатун, либо обточить вот здесь вот ключ. В принципе, я его никуда не использую особо, кроме как вот для велосипеда. Ну, если даже использую для поддержки, если толщина... Толщина, которую мне нужно засунуть, чтобы ключ был толщиной, 9,5 мм. Ну, на 9 надо убирать. А сам ключ, вот на данный момент, 10,5. То есть, по полмиллиметра, по 0,75 мм. Мне нужно, по 0,75 мм, мне нужно с одной и с другой, я вот тут попытался уже снимать, с одной и с другой стороны снять. Ну, попытаюсь, чтобы не откручивать, не снимать шатун. Потому что лишнее снятие, шатун алюминиевый, начинаешь крутить, и он может сломаться. Что-то точил его на ноздаке, решил доработать напильником. Так, ну вот, ключ готов. Сточил я с этой стороны. Теперь он входит сюда. Ну, немножко туговато, но входит. Вот, смотрите, еще раз. Вот так вот болтаются педали. Шатуны, педали, шатуны и вал внутри каретки. Чтобы он не болтался, я отпустил вот эту гайку, контрагайку, при помощи ключа, советского ключа. И при помощи ключа на 27, гайка там, шестигранник на 26, я беру и потихонечку, а прям вот помаленьку, раз,
Надеюсь, видно. Повернул, убрал. Пробую, болтается или нет. Так, еще болтается. Дальше пробуем. Еще градусов на 10. Болтается. Еще градусов на 5. Так, болтанка ушла. Теперь нужно провернуть несколько раз. Ну, чтобы там шарики прокрутились туда-сюда, может быть, где-то ямка. И посмотреть еще раз. Пробуем. Опять болтанка появилась. Ну, то есть, скорее всего, там внутри испорченный вал. Вал, на который насаживаются шатуны. Потому что шарики с подшипниками новые, чашки, которые их поджимают, новые, с этой стороны. Старый остался только вал. И вот он немножко дает люфт. Ну, попробуем еще подтянуть. Может быть, на лето хватит. Задача была как можно дешевле отремонтировать. То есть я комплект вот этих чашек, левую и правую, купил за 100 рублей всего. Ну, на сегодняшний день, сегодня у нас что, 29 мая 2016 года. 100 рублей это как бы совсем копейки. Есть болтанка. Еще попробуем градуса на 3 подтянуть. Болтанки нет. Пробуем. Шарики сейчас там пробегут. Вот единственное, когда я туда ставил каретку полностью, ну то есть вал вместе с подшипниками, я не перемерил шарики. Может быть, шарики немножко разные по высоте. Но бывает, например, 9,2, 9,7. Это уже большая разница. Максимум 1-2 сотки шарики должен быть перепад. Пробуем. Но пока не болтается. Не болтается. Еще раз попробуем. Ну, вроде как не болтается. Теперь я должен закрутить контрагайку, чтобы чашка, которая поджимает подшипник, во время эксплуатации не отходила и не расслабляла. Педали крутятся легко. Вот видите. То есть подшипники не зажаты. Может быть, еще. Нет, больше не буду подтягивать. Опять беру советский ключ велосипедный, который входил в набор инструментов. Например, на велосипед Урал или на велосипед Старт-шоссе. У меня Старт-шоссе с детства был. Поэтому все-таки это от велосипеда Старт-шоссе, скорее всего. Подтягиваю контрагайку, а сам пробую шатуны. Не болтается. Затягиваю при помощи молотка не то, чтобы там я колочу со всей силы, а так, слегка. Ну, чтобы рукой давить, можно руку сорвать, пальцы попортить, чтобы этого не случилось. Потихонечку. Как будто бы опять появился люфт, не знаю. Пока нет люфта. Так, теперь покрутим колесо, вроде бы как под нагрузкой. Нет, болтанки нет. Ну, будем надеяться, что устранили на некоторое время. А вообще, по-хорошему, надо бы поменять полностью этот узел. То есть, поставить на промышленных подшипниках. На данный момент в магазине, я не знаю, наверное, китайская, стоит 400 рублей. Промышленными подшипниками. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, кому понравилось.